Здравствуйте, люди, товарищи, друзья и соседи. Сегодня я вам покажу, как звучит старая советская гитара. Вот, беру гитару белорусскую из белорусской СССР. Знаете, долго она висела у меня на стене, а сейчас я решил оживить заново ее. И вот, что я вам скажу. Много у меня гитар есть, но это с большой душой. Сейчас она самая любимая. Вот. Нет, это не гитара. Это деревянная поэзия. Должно звучить по-белорусски. Потому что гитара белорусская. Вот. И спою вам песню из кинофильма «Человек-амфибия». Песня называется «Песня рыбака». Уходит рыбак свой опасный путь, прощай, говори жене. Может, придется ему отдохнуть, уснуть на песчаном дне. Бросит рыбак свой на берег взгляд, смуглый махнет рукой. И если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать на дне синей прохладной мгле, чем учиться на суровой, жестокой, проклятой земле. Будет шуметь вода, будет лететь года, и белых туманов скроются черные города. Заплачет рыбачка, упав ничком, рыбак объяснить не смог, что плакать не надо, что выбрал он лучшую из дорог. Пусть дети-сироты его простят, путь у них такой. И если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать на дне синей прохладной мгле, чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле. Будет шуметь вода, будет лететь года, и белых туманов скрою.
Спасибо за внимание. До следующей встречи.